15 серия. Масловский ищет способ освободить Свету, которую держат на психотропных препаратах. На ток-шоу Вик рассказывает о том, что ликвидаторы опаснее роботов. В качестве доказательства Торопов приводит историю Сафронова, семью которого похитили ликвидаторы. Находящемуся в студии Григорию приходится подтвердить слова Вика. Пенсионная реформа набирает обороты. Ариса должна продемонстрировать навыки робота-врача. Ей необходимо провести сложнейшую хирургическую операцию под руководством Сафронова, в прошлом нейрохирурга. Георгий против, и Ариса вкалывает ему большую дозу снотворного, чтобы самостоятельно сделать операцию. Ее пациентка Клара. 16 серия. Сафронов рассказывает Вику, что именно он сделал неудачную операцию его сыну. Если бы тогда на его месте была Ариса, мальчик бы остался жив. Масловский по приказу Вика стирает все настройки Арисы. Бот возвращен к первоначальным настройкам. Торопов авторизует Арису. Теперь он ее первый пользователь. Кронос получает деньги на запуск завода по производству роботов Арис. Чтобы скрыть следы своей аферы, Вик призывает Клебу взорвать завод во время торжественного открытия, чтобы все указывало на акцию ликвидаторов. Сделать это должна Жанна. Егор едет на завод вместе с Жанной.